Ну а тем временем в Национальной библиотеке в галерее «Серебряный век» открылась персональная выставка заслуженного художника России, народного художника Татарстана Сергея Скоморохова «Сценография». В экспозиции эскизы декораций, костюмов, театральный реквизит и фотографии спектаклей. Эскизы «Конек-горбунок», «Жизнь есть сон» и макеты к спектаклям «Вот так случилось», «Мещане» и еще десятки работ Сергея Скоморохова выставлены в галерее «Серебряный век». Есть и портреты артистов. Картины, костюмы создают ощущение присутствия на самой постановке. Сценограф Сергей Скоморохов родился в 1952 году в Саратове в семье театрального художника. Еще студентом работал художником-постановщиком драмтеатра «Комсомольска» на Амуре. В разные годы художник сотрудничал с театрами Хабаровска, Нижнего Новгорода, Чебоксар и зарубежными театрами. Сейчас Сергей Скоморохов – главный художник Татарского государственного театра имени Камала. Всего за годы работы им оформлено около 240 спектаклей. Главное для театрального художника – влиться в общий замысел произведения, считает автор.